Не-не-не, создал со старым, но поменял. Я понял тебя, я вижу. Я уже зайти не смог в игру. Мини-чем предлагает сделать снег. И как это будет выглядеть? Ну, нужно учитывать, что у нас времени до 7 часов вечера, потому что 8 ОВП игра. Да. Мне в 7 уйти надо будет, вот реально. На полчасика точно. Короче, тогда в следующий раз. Ответь мне, пожалуйста, сейчас. Все, последнее уточнение, и будем разыгрывать слоты. Так, 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 так. Отправить сообщение. Копирую. И пишу. Сейчас он залетит. Должен залететь. Давайте как-нибудь, да, вот так вот и посмотрим, что шаффл нам в этот раз сделает. Типа 3 на 3. Никто же не знает, кто здесь есть кто. В общем, в следующий раз реально, чтобы такого рандома не было. Но опять же, все это достаточно спонтанно, эти игры у нас произошли. Поэтому так мы набираем, в общем, народ в лобби. Давайте так. Первый игрок, кто напишет, что сделано было с Аегисом, тому я отошлю пароль. Первый, точнее, пользователь ВКонтакте в темке. О, да. Я сам... Слушай, мы же Рошана убивали, а куда Аегис делся в натуре, я не помню. Я знал, что вы не заметите. О, всем так пофиг было, что я реально... Я обычно слежу за такими вещами. Ты не заметил, что БХ разбил Аегис? Офигеть. Я даже не смотрел. Не, вы его оставили там? Я просто захожу, а Аегис лежит. И все ушли. Не, а я на автомате в натуре думаю, ну, Фларк возьмет, и он же Рошана тут соло забирал. Ухожу и просто понимаю, что... Ну, типа, и вообще, я только теперь понимаю, вот когда ты сказал, что ни у меня, ни у Сварка в натуре же Аегиса не было, и ни у кого его не было. Куда он делся, и надписи я не помню. Поэтому я, короче, плотно встрял. Да. Встрял плотно. Так, плотно встрял. Тим, я на примерочку написал, и он должен зайти. О, зашел. Отлично. Да, слышишь, а с кем у нас 8 игра? Full Friends, по-моему. А, это, и, точнее, не с кем я помню. Это Best of 1 на SL, да, я так понимаю? Best of 1 на SL, да. Дебют. Так, второй вопрос. Давайте так. Как зовут Крейзи? Отлично, все знают, как зовут Крейзи. Это радует. Так, а я тебе уже не писал, интересно? Ну, лол, я тебе уже писал. Значит, второй в темке, кто у нас был. Так. Вот тебе не писал точно. Короче, я буду чекать, писал я вам или нет, потому что это... Это чит! Да, и человека еще одного нужно тоже кикнуть. Джампи уже играл сегодня. Так, надо поменять пас. Нет, два раза не надо. Хорош. Теперь вопрос. Давайте из серии. На каком герое играл Крейзи? День Крейзи. Это хорошо, что день Крейзи. Сегодня день Крейзи. Так. Отправить сообщение. Чекаем. А, например, например, здесь? Да, да, да. Где он? Под ником In My Mind. Все, запомнили. Так, ну и по идее... А, одного же мы кикнули. И еще один. Еще один слот. Давайте фамилию Крейзи, если уж имя мы писали.
Мало предсказуем, говорят. Конечно. Хорошо, что я не спросил вас ник Крейзи. Это уже было. Это уже было. Шуточки в моем стиле. Да. Так, ну и в общем, ждем. Ждем, ждем, ждем. В личку мне пишут. Так, надо лишние окна закрыть. Сори, ребят, два раза, ну, я не объявлял это до этого, но постараемся, чтобы два раза не попадались. Если кто-то попался два раза, вы это увидели, не надо возмущаться, я просто не уследил за этим. Так, видите, я вот сейчас уследил и двух человек отправил. Ну, как бы, очень много желающих, и если еще по два раза кто-то будет играть, вообще ничего не останется. На следующий раз Снеги говорит, сделаем какой-то типа турнира что-то. Но я не знаю, как это будет проходить. Задержка. На следующий раз что-то, ничего не. Ну, только когда будет следующий раз, потому что это у нас тоже не планировалось. Ну, так часто мы не планировали играть всякие. Не знаю, может быть, Virtus Pro Female. Вообще-то будет говоря, почаще. Этот ивент, так скажем, это как проверить, насколько вообще подобная вещь интересна там и так далее. Так, короче, у нас получился такой охренительный какой-то баланс. Опять. Да, как-то нечестно. Я предлагаю разбить троицу НС, Айрман и Санта. Почему так происходит, Серёга? Давай я туда прыгну. Давай. Налево. И еще желательно... Так, ну, НС... Давай ты ну с нами все. Еще. Ну или давайте я с вами, то есть... По-мужски пойдем, несите этих троих. Да, давайте, ребят. Там один потный, один фидер и один средний. Типа один фидит, один потеет, а один колеблется, он то фидит. Да сам ты потеешь, я что, виноват, что у меня герои нормальные попадаются? Запотел, запотел, вот с Ларка бери, давай прыгай. Я ФБ, между прочим, отдал. Ну нет, не ФБ, ладно, я просто сдох. Подожди, а ты старался? А ты старался, когда я его отдал? Или ты случайно? Ну как тебе сказать, я бежал драться с потмой. Тут непонятно. Ну, чемодан, давай прыгай направо. Или кто-нибудь. Но второй раз, когда он так попытался сделать, тут-то я его и взял. Чемодан, давай. Не уверенно он сыграл? Не спасибо уверенно. Тебе, чемодан. Все, шафла поэтому не будет. Ну, я думаю, что нормально мы распределились по силам. Да. Шафл, короче, я вот понял одно, что шафл это какая-то багованная... Хотя, знаешь, что может быть? Я такое ощущение, что он как-то пал по битву. Может быть, у вас как-то, ну, в паблике не так много игр. Хотя да, нет, конечно, вы много играете игр в паблике. Да, что-то не то, короче, получается. Что-то не то получается. Баком ты шафл, ты хрен. Да, мы теперь состав, мне кажется, вообще... Ну, то есть мы разбили троицу, даже, можно сказать, квартет. Чемодан. Или Дан, Инесс. Вопрос чемодан убьет. Спрос убьет чемодан. Тут не будет вопросов. Вот он теперь до Баланарища поедет. Стоп. А как вам, ник Чемодан Гата Осанай? Это боль. Это тайцак. Ну-ка, это, харе тут над твоим ником. Или Дан, не задумывался никогда взять такой? Чемодан. Чемодан Гата Осанай. Это нормально. Мне вот предложили And взять ник Вова Диффуза. Getting report. Кому взять? Мне. Типа, кому? Почему Мэлшторм, возьми Вова Диффуза. Вова Диффуза, что? Ой, гуля. Ой-ой-ой. Босс, чемодан на пурже, твою мать! Тебя можно не свапаться, ну да, сыграй на этом. Это, знаешь, будет как волк, ну погоди, когда он бегал от чемодана, чемодан там его преследовал. Это тоже будет такое у нас. А, понятно. Короче, у меня луна. У Инессы Некр. Кси на баунти. Чемодан, куда пойдем? Чемодан на пудже, это просто... Это будет сейчас анал карнавал. Не-не-не, давай как-то без чемодана на пудже вот это. Короче. And one man. Блин, у нас, короче, пик что-то. Да, как-то я не знаю. Куда бы мне встать? Один в лес, один... Два в лес, один вниз. Два в лес, один вниз, на мид и... Не, в мид кто-то... Один фармит. В мид. Я в мид? Нет. Не, ну я могу пойти в мид. Давай ты в мид. Блин, некролит в миде, это такой трэш, короче. Трэш. О, а я знаю, кстати, как играть. Я у одной замечательной команды научился.
Короче, а даже курицы нет. Значит, купи корм по-братски с тобой. Бро. Короче, я пошел на мид. Кралит, white trash streak, он белый. Просто от загара, походу. Ну, загара кожа слезла, white trash, ебаный. Глупый гуль. Э, ты чё пришел сюда, слышь, я же мид это. Ты хочешь мид? Ну ладно. Мы же решили все. Так, тогда мне нужно вернуться на базу. Всё, иди на базу. Олег вообще в скайпе? Нет, он вообще терпил какой-то. Блин, а может я его не закинул сюда просто-напросто? Не знаю, возможно. Я мог. Так, мне кажется, так и было, он зашел. Добавить просто групповой звонок. Короче, блин. Олег, ну чё ты не сказал-то, ё-моё, я чувствую себя просто. У тебя дырка в голове, я уже понял. Это да. Это отдельная тема. Такие сфера деремся, Серег. Я просто. Что на миде? Что это? Иди отсюда, с дамагом 500. А где чемодан? Чемодан, кыш отсюда. Блин, Крейзи еще не отвечает в скайпе. А может он. Мне кажется, он был в конфе. Да, конечно. Да не, ну я всех. Я же не мог знать, что он не придет и не набирать его. Не, он был в конфе, только набрать и быть в конфе — это разные вещи, то есть, понял, там надо было нажать кнопку эту. Не-не-не, все нажато было, короче, я всех закидывал, точно. Чемодан на топе. Чемодан, да на мид этот пришел, перекачался тут, а я не кролит, твою мать. Это вообще как СФ. Я не кролит, я хочу. Да-да, иди отсюда. Сейчас же, умирай потихоньку. Глупый. У меня хп мало, глупый. Да, умирай давай. Не отважишься, смотри. Я смотрю, как у тебя хп просто исчезает. Кстати, исчезает нормально. А я смотрю и не понимаю вообще, исчезает или нет. Исчезает. Да нет, ну как так-то, ну как так? Ты в лесу там качаешься и болеешь? Да это просто жесть, тычкой остается один крип. Болеешь за крипов в лесу? Это правильно. И гадский рейндж крип добивает, вот я так люблю, вот это да, Санкинг-то у нас. Стоп! Мы не заметили, короче... Санкинг свапнулся с чемоданом, и Санкинг на чемодане. То есть чемодан на Санкинге. Хорошая дэшка, мудила. Славик, крепимся, молодой человек. Сюда подошел? Эй, пес. Да, ты иди. Блин, я, короче, сегодня играл с другом в паблике. Он посмотрел вот. Ты туда ли ты зашел, петушок? Он посмотрел вот с играми женской команды, и теперь он все фразочки коронные подобрал. Опа, пуч-то, а? А чё это? Слышь, а чё это терпило не на миде? Вот этот на пудже. Типа, мне просто нормально было бы против пуджа, а тут не кролинов, где реально мерзко. Блять, аккуратно. Да твою налево, как так-то я не успел? Чемодан, что ж ты делаешь-то со мной? У меня же и так батхёрт 10 левела уже. Я же вас всех просто передамажу. Да ладно. Ой, кажется, мне очень больно. Меня блочит. Ой, я умер. Да это все спектра. Да, я понял. Уже байбек. Уже байбек. Суд будет быстрым. А кто-то в первой доте так говорил. Суд будет... А, это. Да. Марта по-любому говорила. У нее же моделька варна была. Я говорю, уже байбек. Без лишнего шума и пыли. Да, катайся тут. Идет он. Катись отсюда, собака. Глупый. Ой. Как ты по хп-то проседаешь? На! Съел! Вот и все. Команда помогла, команда! Обават. Раз. Ой, очень слабо. Очень слабо. Я-то думал, вы прошаренные, вы слабые. Блин, что происходит там? Там чемодан! Это не чемодан. Чемодан подставил, он дал героя этому задроту. Он на Санкинге меня, короче, убивает. И сверху он. Сверху убийство. Вообще. Плохо игра пошла. Ну скажешь, он никогда не играл на Бутчере. Первая игра. И Крейзи говорит, ладно, давай. Здорово, фишок. Эй, как дела? Да ты, а ты че?
Сварик про не прочекал руну. И поэтому мне разбили ебало с ДД и хостой. Это что вообще такое? Что снизу за например еще стоят? Снизу четкая линия. Я понял, слышите? Там просто нормально ко мне спор с ДД и хостой прилетает. Просто чил. Чил. Знаешь почему? Потому что Славик вроде прочекал руну. Не прочекал руну, дебил. Гонится. Я знал, что Серега за меня там выслеживает. А ты чё, летался что ли? Почти. Ты там чё, слышишь, у тебя последние полсекунды ДД влетает он. Кыш отсюда, бомж. Завози это мясо. Ты что такое? И чё ты тут стоишь? Ладно. Крейзи убивает. Yes. Такого не должно происходить в нормальной игре. Ой-ой-ой! Это хорош. Сань, купи ТП-шку, на мудилу добиться. Ты еще выкупишь. Я говорю, ты еще выкупишь. Нет, денег нет. Просто трэш, понял? Умер, байбэк, ТП полетел. Да. Добивать побежал дальше драться. Ну все. Все, я пошел в ганг, короче, ты какой-то не такой. Я, короче, на самом деле забыл, слышишь, сколько кулдаун? 6 на третьем? Не моей, 5. Да, 5. Блин, ты так перекачался, что у тебя был урона уже. Я бы тебе следующий убил. Мне кажется, я еще выжил бы удара 2. Не, завязывай, там не так ТП много бывает, на самом деле. Ну, это же, типа, я обратно перекачался жестко, а так-то... Слышишь, чё, Мэйл? Да нам... я готов вообще. У меня транквил, я силач. Трюкач. Маны, правда, вообще был. Происходит вообще такая. Постная история, ганг не удался. Спектра затерпела. Спектры, смотри, там оп, уже раз, два, что-то есть. Динаю. Короче, морф тоже затерпел, по-моему, где-то опять хасту нашел. Да это вообще этот морф. Не хочу с морфом дружить. Жа, где вообще Санта находится? Я просто залип в лесу. Ага. Мне иногда ПХ терроризируется, все норм. Да, Алексей? Здорово, Майл, как Сан? Чё вообще произошло? Я АФК был. Короче, там этот... Там звездный десант из леса. Там вообще, а как они меня увидели? Там варды какие-то, задроты поставили. Ай, не знаю. Трайхарды чёртовы. Так. Выслеживаю, где Олег на карте. Да он снизу, он меня их уканул. У меня экран покраснел, что-то пуп-пуп-пуп. Пу-пу-пу. Так все было именно с такими же звуками? Да. Да, я там был. Так, подожди, а Санта у нас играет. На гуле, залип. Какой гуле? Там еще гуля есть. Понимаешь, у нас месяц без гули, который залип. Свежее мясо! Хукай! Да твою налево! Он хукнул, между прочим. Ты попросил, он сделал. Да, не стоило просить. Не стоило. Можешь принять. Можно тщательно продумать. Смотри, можно сбить ему мега ультра супер килл. Короче, с желанием нужно быть осторожным. Не, ТП-шки нет. Я бы его сейчас застилил. Не дайте задынается! Блин, он еще и уйдет. Это вообще беда. Борода! Отлично его подблочили! Чемодан! Саквояж! Чемодан, саквояж. Саня, давай будешь биться со мной? Хорош. Нет. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то пробивает. Нечестно. Да. Там вас двое было. На сори. Сурге. Тут я. Я думал, по-нормальному, по-пацански хочешь подраться. Да. Крысу включил. Короче, пацаны, все под контролем. Так-то ну да. Мы еще можем выиграть. Вот смотри, чемодан. Ух ты, ёп. Ёк-макарёк. Оп, сбиваю. Спектра летит. Ёк-макарёк, это же дальнобойщик.
Он отбился, чёрт! Второй стар в гавке нам дал вот этот вот. Ёк-макай. Это не должно было быть таким смешным. Я более того скажу, это вообще не смешно. Я помню интонацию, ты понимаешь? Ну, просто у Сани аватарка Юкубыча, а этот чувак реально похож. Просто дай вам ёк-букарё. Так, во-во-во, заигрался. Чёрт. Вектор инфикшн. Так, не так, вышло. Кто будет здесь тащить? Мне нужно, мне интересно, где Ксим перестал разговаривать вообще с нами? Он обиделся, мне кажется. Вся банка в курице. Короче. Почему у меня пуш еще не хукает? Да потому что он, блин нашел себе цель. Я сейчас тоже, по-моему, попросил. Тут у меня микрофон херовый просто. А-а-а. Да ладно. Мы все вытерпим. Короче, это реально будет долго. Крыса. Враг ушел с нижней линии. Я просто загадал. Нет, нет, ну а ты, почему? Слышь, а ты не видел, да, как я вообще проходил? Нет, не видел, довольно ты. А, все продумано было. Да он палит стрим. Да, точно. Кто палит, Крейзи? Крейзи. Да ты видишь, что он делает? Да. Запустил там и палец сидит. Палец, а палец не ударил. Да ты посмотри на него, ну лол же, ну как он попадает? Боже, сколько там достов. На мид летит кто-то. Ты вернулся, что ли? Давай. Я так и знал, что что-нибудь подобное будет. Я не хотел играть, поэтому даже. Что ты не хотел делать? Я не хотел играть с вами. Я так и знал, что я попаду против Крейзи или против кого-нибудь еще, и мне просто не дадут житья. Да ладно. Житие твое! На! Оп! Попался. Поддых получил. Второй этап. В размен ушел, в размен, нормально все. В размен. Ну ладно, размен так размен. Так, что делать? Я реально задумался, кстати, над тем, что делать. Хоть варды покупай. Да, конечно, иди сам покупай варды. Вот я и говорю. Ты твою просто. Не, чё, мне пойти их убить? Ты хочешь, смотри? Чё там охота за тобой? Пойдём, да это просто слышишь? Крейзи. Серёг, пойдём разберёмся. Просто достал. Не, я сейчас, короче, смотри. Чемодан, я тебя ненавижу. Смотри, вот он, короче, что ты хочешь. Ты дал, он такой, оп, но попасть Крейзи хуком не я сужено. Даю ТП, короче, поэтому иду ему в него вафли. Ульт. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе вафли, фиш, сдохни. Хера, ты слышишь, походу, я слышу нотки Бадхёрта. Бадхёрта? Оооо. Я слышу нотки. Ой, слышишь, что, просто санкинг идёт. Боже мой. Я слышал здесь. Ой-ой-ой-ой, 500 миллиардов стиков выпил. Да твою, да, он меня еще и убьет, но это просто лол. Ты, короче, лол. Давай разводи его. Да, какие сентри, вы что, охерели? Нечестно играю. Сентри, ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, опасная игра, игра высоко... Ой, байбек, не-не-не, все, ретируемся. А ну сюда, бля. Саня, ты где? Ты нормальный парень, пойдем да. Сражаться с тобой. Не, я ушел оттуда, я знал, что придет какая-нибудь крыса. Я прочитал. Вот уже хочет сладенького, да, ультануть? Нет, да нет. Желание имею огромнейшее, или как там? Бешеное имею. А, бешеное. Короче, есть Magic Wand. Добро. А ну-ка вон из нашего леса, блядь. Гони их оттуда. Ууу, понятно. Понаехали. Всякие тут. Смотри, ходит он. Да-да-да. Слеживает что-то. Высматривает. Хья. Олег, мы таких, как ты... Пачка. Так куда ты пришел? Пошел бы мать. Два сюрикенов в короля песков. Два сюрикенов. Крейзи в натуре.
Два на одного, но я не хотел стрелкс, он сам пришел. Сам ты, Песков. Чемодан. Он вообще не прав. 2x1, еще троеточие надо поставить. Да там так вот просто. Да, понятно. Так, я, короче, ухожу отсюда. Крейзи сейчас. Надо перемещаться мне по карте, быть более активным. Да, 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 ты что-то залип. Иначе Крейзи будет меня все время палить. Все, побил крипа и ушел. Не зафармил, ну и что? За со мной ходи, будешь моим прикрытием. Каверми. Вот, смотри, смотри. Я нашел Крейзи. Короче. Мощно. Опа. Ну что за? Вообще просто беспощаден. И просто Крейзи сейчас спрашивает, ну а почему их трое? Нормально. Это месть. Да. Это месть. Да как добиться? Я слышал, она всю жизнь живет. Да, я думал, я тоже не понял. Вот ты сейчас думаю добьешь. Такой ты не добьешь, смотрю. Ладно, я добью. Слышь, пытаюсь это... добить, а там еще фортифай. Думаю, ну сейчас-то ты точно добьешь. Это ты 5... ударяешь, я понимаю, что я сейчас добью. Это 5 секунд вот эти сделали, когда дают такой. Да, а, да, плюс секунда живу в натуре. Она просто не добивается. Вообще не умирает, ей по хрену. Да ладно, уж столько всего сказали, что похрену можно было уже нормально высказать. Да не, я не матерюсь не из-за этого, я стараюсь просто. Оставь заявку 1x1 Shadow Fiend. Кто-то написал на Твиче. Ну, короче, базилка появляется. Можно сыграть с ним. Пойдет. Раз на раз на финдах. Ну это какая-то, это какой-то спам. Там тыкаешь, попадаешь на какой-нибудь. Что порно. За нефат? Короче, ну пора на эншентов переходить. Блин, зачем а, я да, сказал? Ты уже можешь, да? Да переходи, переходи нормально. Олег тебя там не найдет. Не, ну лол, это... Даже не в том проблема. Короче, Саня, ты что там делаешь? А ты-то тут что делаешь? Иллюзия? Ага! Я так и знал! Все ложь, все обман, все тлен. Я так и знал. Ты уверен, что вот это вот иллюзия, а? Как ты думаешь? Я не вижу. Да? А теперь? Вот или вот? Вот или вот? Вот или вот? Это обе иллюзии, я знаю. Меня не проведешь. Короче, я видел Крейзи на миникарте. Он выехал за мной. Мне лететь, говорит. Лети! Лети, лети! Срочно. Нормально, нормально. Мясницкий-то. Синий, прощай. Да хватит с вас до стоп. Курица, куда курица летит? Что это такое? А пойдет. Контроль, контроль куру, контроль куру. Да-да. Ну что за... Трав стряла. Я нажимал ускорить куру. Пропусти, пропусти. О, мужчина. Твою налево. Ладно, все равно тут разобрались. Я это радую. Шутки в сторону, господа, монокли срочно. Ой! А этот, короче, слышь, за что? А ты-то откуда здесь? Туря. Убить хотел пес. Блин, это короче фейспалм. Не, ну слышь, там выкупившись все испортил, я бы убил вообще всех. Как бы ты убил? Я бы что с тобой щитом драться что ли стал? Роботы, роботы спают. Роботы, роботы. Блин, вас дисквалифицируют со Старладера. Роботам нельзя играть. Роботы атакуют. Понятненько, короче, что тут делаешь. Блин, давай, короче... Давай, ещё Этериал собери, вот знаете, давай, что давай. Со мной произошло, а, когда ты, я бежал ты, в драку? Ты собака заставил меня, ты господи убудила. Я тоже Этериал собираю. Я таких ненавижу, ты, тварь. Ты робот перекодексов, который... Ты очень плотно лагаешь. Короче, смотри, схема такая. Я контролю куру. Да, мой капитан. Отправляю ее на базу. И что я нажимаю, чтобы она долетела на базу? R. Правильно? Правильно. Чё, не знаю, что ты нажимаешь? Я ускорение. Не знаю, что сейчас они... Да, это ускорение. Но в этот момент у меня выделена не кура, а луна. Ну, тебе конец. И чё ты делаешь? Юзаешь ульт? Я юзаю ульт. Ясненько. Всё ясненько, всё ясненько. Они Рошана убивают там, понятно. Блин,
как я крипить буду? Взял трипл стэк, сделал. Понятно, случайно. То есть Рошана убивают, понятно. Там баунти. Ну, не хороший. Охотник за головами. За головами, охотник! Эй, брат, забери меня! Глупый Кинг. Новая озвучка. Вол, ты видел, как я размекрил, Сань? Типа, он влетел прям в самый конец того ульта, я прям мужчина. Тихо. Да мне пофигу. Меня Скай забрал, блядь, мне реально обидно. Он шел, меня не взял с собой. Воу, тихо. Изи. Блин, короче. Тупанул, я очень доволен. Я один здесь бегаю. Как трипл стэк-то теперь крипить вообще? Что за... Я закреплю, и ты вообще можешь, нет. Да лол, я не мог добить ящерицу, пошел вам помогать, короче. Пришел, там големы стоят. Окей, начал бить големов, пришел, еще одни големы стоят. Короче, просто... БЫНЦ! Надо чатик почитать. Надо в лесу залипнуть. У меня мама спит, не смейтесь громко. Сань, скоро в драку вольешься? Ну, пару раз влился, больше не хочу. Я выливаю! А именно 5 раз? Да. 5 раз влился в драку? Да. Видимости в следующей игре, да, это. Бабка запарила, отвечаю. Да. Всем бабка. Кстати, мне, по-моему, конец. Ну что ж поделать, такова жизнь. Или курья наш конец. Глупая бабка! Глупая бабка! Кого-то заманивает. О, в центре таз, да вы чё, ребят? Я пошутил. Фига, что там происходит? О, нормально. Шутить будешь в другой консерватории, ёпта! Кстати, реальный вопрос, а где все это время был Пудж? Ну, он как там здесь? Был. Не, я его давно просто еще не видел вообще в игре. Не-не-не, он просто был. Короче, этот Пудж, он хочет нас хокнуть сейчас с мида, стоишь, беги. Я бегу, все, я на базу. Не, ладно, будешь со мной драться с ними, со всеми? Да, я готов. Будешь? Давай. Запрещенная техника. Я готов. Это все Айрман. Все тленно, не кроли то не убить, все равно. Вот это дагер. Да херок! А давай перекачивайся там. Там гем, слышь, вообще халява. Зачем нам гем, если у нас столько дастов? А я не знаю, ты крейзи, да ну. Блин. А ну ты ладно. Понял, короче? Я еще твою ботл убил за этот гем. Я только заботал. Это же твой ботл, да? Да, да, само собой. Понимаешь, что не крылья вообще не убить, ему просто все равно. Может тебе пора за Empire поиграть? Если ты столько ботлов убиваешь за игру. А что, Empire убивает ботл обычно в игре? Да, есть у них один там товарищ. Кто это? Убивает ботла. Кто крыса? Некто Роман. Кто крыса на корабле? Некто Роман. Более известный как... Роман. Как Роман. Блин, оборону держит. Не надо. Более известный под ником 20 игр на Сайленсере подряд. 20 игр на Сайленсере подряд? О, что это такое было вообще? У меня, короче, вместо хука какая-то ошибка вылетела. Это ошибка. Ну, знаешь, когда Шторм ставит модельку, у него бывает иногда ерор написано. Вот здесь вместо хука ерор летит в меня. Нет, такого не видел. Мне кажется, это на особенных компьютерах. Это ошибка. Что компьютер уже горит. Ты проверь. Вдруг огонь уже по твоей ноге пошел. Блин, мне кто-то, короче, написал на ютубе в комменте к этому воду такой: «Мэл, у меня дота после нового патча, типа, не запускается, вылетает сразу после выпуска», и сам себе же отвечает: «Это ошибка!» Боже. Ну, видимо, разобрался. Я говорю, это реально мем. Кстати, я гем нашел. Да, я ж сам кликал по нему. Я только вспомнил. Я в таких вопросах тут сразу. Я вспомнил, что я его обнаружил. Так. Нифига себе, что у тебя там за атака? Охренеть. Денежка. Да, не толпой, и мы толпой. Что, вар, что ли, здесь? Офигеть. Нет, вар, да. Ни одного, честно говорю. Да? Ну ладно. Да. Это как-то... Просто мы когда именно вместе стеклись под вторую вышку, вы такие: да они толпой ходят сразу, в эту же секунду. Это все рандомно, короче, происходит, на это самом понятное деле. Понятное дело. Судя по всему. Это ладно. Госаналитика. Это просто опыт, я понимаю. Опыт. И уровень. Опыт и скилл. О, ну все.
Ну это отдача. Это просто отдали вышку. Ну, разок-то я игру сегодня должен слить. Ну, вообще-то я покупаю догон, так что у тебя есть возможность. А у тебя есть, я видел. Ну. У меня есть второй догон, уже если что. Да нет, так-то я не так прост, ты не думай. Я знаю спектра. Блин, спектру замяли, но спектр не позвал уже. Уже? Так. Нет, тут ничего интересного для меня нет. А интересно это для меня. Так, нет. Короче. Ладно, спектра. Это рыбка, вот это меня интересует. Ульти его. Ой-ой-ой-ой. Майл, держись. Тихо. Уничтожить этого пса. Минус бабка ее направо. Как вы меня видите? Что тут? Слышь, Майл, ну развернись сюда. Кем-то у нас. Отличный хил. Ну ладно, ты его развернулся. Ага. Это ошибка, пан. А аппарат хоть раз в игре ульт кидал? Не, да, я не да, кидал. Короче, меня эта спектра задолбала, кидал, она ворует мои курицы. С моим догоном. Вторым. Ворует твои курицы. Ну, да. Ну ко мне летел Курава, он с догоном вторым. Она ее взяла, развернула и себе говорит. На Старладере Нави участвует, с чего бы им участвовать на нем. А, не участвовать на нем. Да не, ну а зачем им? Квалификацию играть? Не прошли. Да, их выгнали. Ну, на ДПЛ. Их в прошерию сказали, это дно какое-то. В таверну. Нет, таверна это. Ты так будешь шутить, короче, а люди подумают, что ты серьезный, сейчас будут обсуждать. Телидан гнобил Нави на стриме. За мной выйдет просто. Не, а кстати, это да. Это они любят пообсуждать. Люди такие, они. Да. Не всегда все понимают. Всегда не все, я бы даже сказал. Заголовок с завтрашней газеты. Лидан сказал, понимаю, что Смайл лоха кончил. Мы идем в атаку уже или да наконец-то? Да можно вы уже снесете, реально? Да вот я тоже говорю, что это за терпил, я жду. Команда терпил. Я жду атак. Я реально жду, пока вы снесете. Короче, я поведу команду в атаку. Давай. Идем сюда, срочно, команда. Что у меня просто Олег в команде и Санта на Эксе, я уже словил. Я, короче, на разведку. Я тебе больше скажу, у тебя Олег в каждой игре в команде. И сегодня будем... Блин, ну зачем? Я и так в расстройстве. И Олег снова будет у тебя в команде. И так очень расстроен. Хватит. Вон он, Олег, вперед. На него. Выходим. Опа! Просветка! Ха-ха! Опа! Я жив. Иди сюда, короче. Бумц! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На корабле. Глупцы. На кого напали эти глупцы? Да почему меня-то? За ним. Сидь. Попался. Блин, он очень толстый. Опа, сзади рыбка. Толстый, его тоже. Толстый. Ульт в стиле хвоста. Хвост в стиле ульта. Короче, смотри, он выкупился, и тот выкупился. И тот отбивает базу, а Элитан предпушит. Что вы делаете? Не на того ускорение же, ну. Давай. Хотя... А, тебе догоном. Хотя, тогда бы ты, наверное, умер. О, смотри, еще фраг. Вот. Это был развод. Хотя мы-то лечиться не можем. Это была ошибка. Блин, что-то драка бесконечная. И тут этот вылез, зеленый. Больно, жалко догона нет. Так, вот взломал тебя. Морф такой приезжает с базукой. Но, боже. Блядь, то самое чувство, когда ты покупаешь базуку, а у врага уже третий догон, блядь. Это неловкое чувство. Да, чувство реально не врагу не позавидую показаться. О, спектра-то у нас наказывает. Блин, короче, я вообще просто, ну, такой нуб. У меня смертей просто охренеть. Знаешь, я понял, нам на спектру повезло, она плотная, короче. Ну да, я когда умер первый раз, я смотрю, у него 1000 монет уже. А это было в самом начале игры. Да, он просто ничего не купил, но рандомил, пошел с 875, а там еще набрал. Не-не-не, он нормально закупился, стоял против двоих на линии. А я там что-то умирал. От крейзи. Всю игру. Ну, мне кажется, я просто тянул время, реально. То есть, ему приходилось бежать куда-то за мной. Каждый раз все дальше. А я все жил и жил. Точнее, все воскресал. А он нормально с двумя пайпами? А кто еще пайп собрал?
Дарксирная. Я первый собрал их очень давно. Нет, он первый собрал. Официально заявляю. А Владимир кто собрал? Я первый. Чего он так долго больше ничего не собирал, тогда если он первый собрал? Тихо. Мне кажется, тут вопрос риторический. Тихо. Ладно, пойдем по так. Главное не попасть на хук. Все остальное не важно. Блин, и опять у меня начинается ульта. Мне больше не страшно. А у меня до ульта осталось буквально Илюх, ничего. Илюх, я в тебе. Сам вальтап, скажи, как что-нибудь интересное начнется. Вот да, оно, давай. Интересно началось, Саня. Да? Давай, слышь, давай, началось, давай. Нет, давай, нет, давай. Нет, нет, нет. Да. Ебать. Да почему? Это реально было очень познавательно. И, наверное, интересно. Как Барба убила. Ну, догона, что ли, типа, тупо спрекачен, да? Да, понятное дело, ты пятый догон. Блин, я так понимаю, убила с одного догона и Морфа, и меня, потому что из-за этого лайфстиллер вывалился, и меня просадило. Нет, лайфстиллер сам, а, или, стой. Да я сам вылетел. Сам, да. Ебаш! Вылетел из игры? Ой, добро! Он вылетел из тебя. Все выкупаются. Я говорю, а из тебя вылетел. Стой. А, это я понимаю, а ты сам нажал или тебя выкинул? Сам нажал. Ярик, если выжил. Ну, это было неважно, потому что в любом случае через долю секунды. А у нас там вард, что ты мансуешь там? Кто мансует? Мансователь 666! Загрызает! Пудге! Все вард стайла! А у него нет желания просто ульт на тебя дать, и ты сдохнешь? Не. Ты понял, что я выбрал пацана, который подошел. Который сдохнет, да. Который сразу сдохнет с догона и дэшки. Он шел, что-то, блин, там, короче. Ладно. Дэшки. Да ладно, всем дэшки. Стоит у него там. Всех тут вард стоит кругом. У меня аж во рту пересохло. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам эти подробности, Майл, не нужны. Да, ни к чему. Но не умирал? Наоборот. Ой-ой-ой, Кси. Расшифровкой подробностей тоже прошу не заниматься. Погнали добивать. Погнали. Да погнали. Ну блин, понимаешь, проблема в том, что я как бы могу сказать погнали, добивай, но сам я могу только там... Пормить. Просто забежать. Где курица? В таверне. Да, они атакуют. Да. Fresh mid. Так посмотри, спектра просто Олега именно доказывает. Да я его кинул. Олеговна. Олег, мансуй. Мансует. Смотри, развел, Олег, на ульт завязай спектра. Слушай, ты как. А, блин, это не я был, вот это я лоханулся, короче. Опять опять сработала комбинация, ёпта. Не, ну а чё, я опять сдох, он вывалился и убил Баунти Хантера. Смансовываем его. Давай момку, Саня, момку. Да за этим, понятное дело, комментатор. Ой-ой-ой. ТП на кулдауне, что же делать? ТП, ну не знаю даже. Следующий, ой, Сурт, что сейчас кончится? Блин, тут я подумал, неужели у него мом собран, у него какие-то слишком красные эти, ну лол. Ой, хороший ульт. Да все, это сейчас догон 80-го левела. Нормально. Там два уже догона, просто. Блин, короче, понял, что я сейчас понял, а не кролите? Вот он дает ульт. Я как бы никого, я с ульта-то не убил, но я убил потом чувака, и мне, собственно, дали баф. То есть его всегда дают, когда ты за ульт, даже если ты не убил, потом ты, главное, добить, и тебе дают этот баф. Ну, да, любое убийство. Так, в смысле, любое убийство, не с ульта. Просто убийство. Жестко, короче. Не, я думал, надо убить именно ультом, чтобы... Думал, с ульта, не, так это специально и перенесли с ульта на третий скилл, чтобы нормально работало. А-а-а, ну все тогда. Это жестко. Не, некролит ферст пик, отвечаю, он такой суровый. Он очень суровый, дед. Да какие да, центры? Он неплох, я согласен. Какие короче, дайте центры? Нам, брат, все сломать, терпилы. Дайте нам сломать. Да хватит иди меня уже убивать. Черли, ты там вот хочешь меня хукнуть, встал там в позицию. Он, по-моему, да не, он меня хукал за анимации. Куда он был? Я не шучу. И, короче, центры обставили всю базу. Не дают пройти. Там пушит этот, он хочет. Это хукнуть, ионный короче. Барьер. Смотри. А, конечно, уже хукает меня. Потом уж слева, ой, справа. 34 минуты. Ой. Догонами, хорош.
Например, у тебя спаста. Соснули. Сосай валки. Да. Все, он важная инфа, ребят. Или не врываешься. Сосай валки. Блин, вот эта инфа, врываешься или не врываешься. Да врывайся, ну ты чё, лол. Или это, не кстати, врывайся. Виртус, Виртус Про инфа. Во, вон, ворвался нормально. Давай. Хорошо. Хорошо. Ульты нет. Японский городовой. Озвучка. Аж монитор заплевал. Все выкупаются с трудом. Да юб! Не надо. А, хорош, хороший НС. Просто. Да, понятное дело. А то мне уже там светило. Да нет, нет, нет! НС! НС, у меня, блядь, Санта! Ой-ой-ой, Саня! Чё, лечу? Рэйч, 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 брат! Рагу, Рагу от трека! Рагу, на! Пунь! Я надеюсь, ты никогда больше этого героя в руки не возьмешь. Короче, критикан. Слышь, ты там ловишь, что ли? Не, вот сейчас я реально свою. Ты понимаешь, что у него был Рэйч? И он, короче, когда его решил нажать, встал в баш от Баунти Хантера. Уже получив догон в лицо пятой? Да, да. А, было дело. Так и было. Какой-то ты странный с пятым догоном, слышишь? 14 смертей, это больше всех. Это просто... ёлки-палки. Короче, еще. Что опасно там пуш. Становится опасным. Дота становится опасной. Дота катастрофически опасна. Главное, что, например, на примерочке сыграл в игре. Да. По блату. Единственный человек, который по блату получил слот. Реально, вот я... Я ни разу не играл. Блин, мне, короче, надо, чтобы игра не закончилась в течение где-то 30 секунд. Можете это произойти? Да. Я могу вам сказать... Почему по Блату? Потому что он один из самых активных болельщиков. Он всегда оставляет комментарии, он следит за играми, поэтому ему отдали. Короче, слово. Слышь, Ярик, ты можешь не успеть, тут трон грызут жестко. Я вижу, вижу. Реально, а что ты хотел, рапиру? Не, какой нафиг рапиру? Какой рапир? У меня есть рефрешер, пятый догон и ульт. А-а-а, я понял. И мне нужен, и мне нужен пуш, короче. Юзаю фортификейшн. Провернуть комбинацию, я понял. Блин, но... Добиваем грибов своих. Я фортифай нажал. Где этот пуш? Срочно его. Давись, вон успеваю! Твою мать! Просто все, что успел, дать один догон. Да, догон с Макс Рейнджа, точно. Запотели НС. Я бы его не убил, судя по всему, там как один он догонял. Получше. Доезжишь. Короче, и последняя... Последняя игра будет с таким вот паролем. С таким что, вот еще паролем. Одна будет? Давай, да, давай. Последняя на сегодня. Слышь, Мэл, если что, в 9... А, ну ладно. Ну, если что, ты сможешь ливнуть в 7. То есть, как бы, это нормально. Оставил вам... А, не оставил пароль. Вот теперь оставил пароль. Короче, быстро набираем 4 человека следующим образом. Давайте так. Блин, вопросы вообще закончились. Просто. Сколько минут кулдаун появления Рошана? Боже, Майл, ну это слишком. Это просто. Это слишком тяжело? Так, есть первый. Слышь, давайте Air Crazy в другую команду. Ну, сейчас мы по этому... посвичаемся. Давай, короче, Дота решит другую команду. Ну, сейчас посмотрим. А то у меня два фидера достались. Так, второй вопрос. Какого цвета форма у Virtus Pro? До зеленого я слышал. Ну, мало ли. Такого травянистого. Черные говорят. Нет. Фейспалм. Не, ну так-то черная это тоже одна из атрибутики, кстати, формы. Есть черная, не, и правда. Ну, основной цвет имелся в виду. Короче, мне 3 сообщения прислали, но я подозреваю, 2 человека сегодня уже играли. Да, один точно играл. А, нет.
вот этот человек не играл. Отправляем ему парол. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько длительность у Сентри Варда действия? Хорош. Есть у нас третий. Ну и последний никнейм человека, нафидевшего больше всего в последней игре. Не, вообще-то последний вопрос должен был быть, сколько у Бэйна, ну ладно, это я так, будем считать это шуткой, сколько у Бэйна сжигает ХП Brains Up? Вообще огонь. Короче, я кинул пароли, они должны быть правильные, и мы ждем. Предлагаю распределиться как-нибудь, какой-нибудь вариант, который мы еще сегодня не играли. Вот. Я не играл еще против НСа. Я думаю, нужно выяснить, кто не проигрывал у нас сегодня игры. По-моему, только НС и я. И нам нужно по-любому быть в разных командах. Выяснить, кто же сильнее на самом деле. Кто тащит, а кто нет. Вон, против потных сыграем, короче. Во, давай так. И да. Самые потные справа. Самые потные справа. Особенно этот, который... AGT. Вообще, морфлов наг берет этих дестройеров в каждой игре. Берет, слышь, он пикает, пикает каждую игру. Сосай, просто, лавки, просто рандом пикает, кто-то его героя отрандомил, сразу там машинит сюда. Чё, если бы я своего хотел замашнить, то угадай, у кого бы я героя забрал. Не, ну этот не отдаст. Этот нет, турнир очень спонтанный, поэтому мы отбираем вот так. Вот на следующий турнир, на следующий такой шоу-матч Снеги сказал, что нужно будет провести какой-то, ну, такой конкурс, более, скажем так, честный в плане, ну, в плане того, что если его выиграть не из-за задержки вы могли, там, какой-то... Сань, ты понимаешь, что зашел человек с ником Heavy Fun и поставил картинку рак просто нам? Тяжелый фанат. Четкий. О, и Крейзи сразу перешел в эту команду. А, да. Не, давайте этого чувака за нас. Команда рак, боже. Да, давайте. Раки в драке. Так, ну что у нас там с... Вот это, Саня, вообще неплохо. Раки в драке, у него команда называется. R-A-Q. Я говорю, это неплохо, реально. Майл. Что-то пишут. Да, следующий матч ВП. Так, это явно не то. Это что такое? Так, 3 минуты. Короче, слышь, что, сделай шаффл сейчас. Может, что зашаффлит нормально? Кай. Почему он так делает? Он команда рак. Наверное, все Virtus Pro, кроме Ксин, команду рак отправил. Боже, я увидел это. Понимаешь, что даже капитаны команды РАК его туда отправили, но команда РАК осталась с нами. Короче, ну как... А, во, все. Давайте распределимся. Короче, я против НСа должен играть. Кто-нибудь ливнитесь слева. Я не хочу никуда ливать, короче. Да, ты оставайся. Вокруг меня там, слышь, перемещайтесь вокруг меня. Ну, блин, надо еще нам потного одного задрота какого-нибудь. Ну, можно так. Да Крейзи, давай к себе его. Давай, я еще не играл с Крейзи в команде. Олег, давай, к нам. Раки слева. Не тянь. Хотя, по-моему, у нас тоже не играл с Крейзи в команде. Я не хочу. Ой-ой-ой, слышь, так, Ярик, я сыграл, будь добр. Что? Ну добр к барьеру. Ну и чё смотреть? Вот ты опять с ним. Не, ну лол. Да все нормально, ну все, давай, как бы фанатура. Отсосите! Вы играли такими составами, дайте мне еще кого-нибудь. Дайте, но против НС мне просто. Мне нужно определиться. Ну вот нормально. Вот так огонь. Все, поехали. Дайте-ка ты еще кого-то. Один фидит, второй пуржит. А, нет, один фармит лес, второй фидит пуржева. Как можно фармить лес 1-5? Сука, 1-5? Ты что?
Ты что, от сатиры умер? Он тебе волну в лицо дал? Не знаю, не, постоянно не умирал. Да, я понимаю. Постоянно в каких-то передрягах. Короче, ребят, какие-то чмыри, да, писать гандеры надо было в группе, да, да. Virtus.pro в специальной теме, об этом было сказано. Чем больше было. Вот, вот что я запомнил. Да с рандомом не попёрло. Сейчас, надеюсь, повезёт. Да, да, понятное дело. Рачина! Да. Там морф слабый был, там такой маленький уровень под конец игры, боже. Чё, ещё биткач пошёл? Слушай, а какой ты был? А какой ты был? А какой ты был? 23-й. Что да ты гонишь? Ну-ка я позову. Бля, смотри, Midas очень решает, я купил на 13-й. Не, ну понятно, да понятно. Карте. Больше даже, чем эти всякие некролиты? Сейчас скажу, 24-й, ну вот некролит 25-й только, да. Да и тут не знаю как. А, фига дела. Нет, это жёсткий-жёсткий. Жёсткий-жёсткий. О, кунка. Круто. О, слышь, короче, любого сюда. Чё, не знаю, я на луне пошёл. У меня Фантом Ассасин. Короче, где... Вот этот герой. Вот чё, твой Целдода? Северность. Вот, я, слышь, тебе скрет предлагают свап. Не-не, я там свой, я там уже одного себе... Просто вылетела Дота. Я себе одного уже этого героя присмотрел. Просто вылетела Фантом Ассасин, как же так? Так. О. Не, давайте не будем никаких свапов, все по-честному. Ой-ой-ой. Да, ну давай без свапов. А не, без свапов. Сори. Ты на кого там приезжаешь? Да я тут. Че так холодно, эй, ты? Ты именно уже кресло именно кидаешь кому-то. Я кидаю в кресло. Кресло кидаешь, обогреватель, чтоб подтопило. Я вообще рассмотрел, как жидкие месили ЕГЭ. Да и это как... вообще, я открываю такой 2-0, думаю, блин, о, там ЕГЭ какая. Отвратительно играли, просто ужасно вообще. Хуже, чем против нас? Хуже, чем против нас, отвечаю. Вот именно хуже, там просто забей, там именно вообще один вправо, другой влево, третий просто. Ну ты же знаешь, мы ломаем команды, мы как только у кого-то выигрываем, они начинают... Они вот... вообще... Дим медали. ...сбываются после этого сразу. Дим медес. О, Дарксира в мид отправили, неплохо. Сегодня мы с 4 ПЦ, а со 2 ПЦ, Empire Fnatic. Да, у нас жёсткие герои. Будет замес нормально. А в принципе... А хотя по... Бык мид. Бык мид, нормально. О, а кто на быке? Ну-ка. А, какой-то чувак, я думал. Ну он тебя сейчас от мута ходит, качественно. Не, может. Кстати, бык вот один из тех, кому по вообще пофиг на ману, и у кого атака хорошая. А то ты его можешь сульта убить на шестом. Не, ну что сульта это он по дефолту умрет, это я как бы даже... По дефолту. Потому что у него столько хп, что он не умрет. Крестоносец. Ой, я что-то врезался в крипов. Крестоносец против нас. А, умылись. Омылись кровью. Чё ты хотел ты? Ничего. Как бы... Меня всё норм, я ганг. А что это за странный молодой человек подошёл? А, это Крейзи! Боже, он просто забегает в крипов, я думаю, что за паблик. А это именно паблик? Что это за паблик? Паблик Морозов. Ясно. Ой-ой-ой-ой, просто кербык! Пишу. Короче, у Олега 8 танка. Что за терпила? Бабка, проваливай. Бабушка, ну отстань. Как можно было купить 8 танка? Ну, типа, она там съела, там стало 8. Да не, 8. 8 танка. Бабка, ну дай мид постоять, ну не впаду. Бабка, месси. Блин, тут еще и отводят крипов. Я так пот. А с кем я в команде играю? Так, надо посмотреть. Нифига себе, он тебя мочит, ты все вижу на миде. Да, есть чуть-чуть. Из крейзи. Норм. Но я успел сбросить агро вышки на крипа, и он не смог. Это наш. Ждет. Олег. Господи Иисусе. Что это такое? Отстаньте от крейзи. Давай, фить тавру. Джук! Джукит! Ты как джукер, лох. Вот зачем он купил 8 танков. Да, он заджукивает. Он вас так заджукал. Эй, джук это аут. Не, слышь. Между прочим. Не слышу. Да. Между прочим, я таких в паблике каждый день ловлю. Да, джук мастер. Не вышло. Чё?
Каждый день против Хексера играешь? Хексер. У нас заджукерил. С команды ДМЗ. О, знаешь такого? Ты играл, я помню, чуть-чуть с Хексером вместе с ПМ. Статья чуть не это. Меня чуть. Таков не посадил. Но чуть. Не, в первой игре посадил, слышь, первый посадил, но не кролить. Чуть никогда не считалось тут. Потом не пошло. Не та игра. Потом мне вичдок. Ну, у ПГГш в команде все играют на всем, и я уже на вичдокторе вторую катаю. Я понял. Просто на Иксана Торрента посадили. О, это было! Тест репорт. Я не знаю, мы в частях реально могли убить здесь. Вообще-то да, если бы он хас себе дал и побежал бы за мной, могли, наверное. Бык с ботлом. Я бы зарепортил такого ДС. А я написал, типа, свои ДС репорты. Так, на случай. Ну да, я слышу, у него никто не написан, верно, скоро они подумают, ну раз, завтра бросит. Крейзи уже, sorry, you have banned for being щека. А, правильно, по нему. Да, я его такого доместить. Слышь, так давай ты меня не трогай, я от него крест дал, вы его. Мочи. Мочи, я его поблочу. Давай. Ну ладно, давай я Лерика только убью. Ну да, да, ты его убивай. На него кофе. Лероика. Все, нормально. Ну все, все, Сань, ты бы договорились. Ну ты сам разбирайся там дальше. Потому что. Он крыска. Бык чардж, пацаны. А, он не кру... Ну ладно, Саня, ладно. О, Сань, ты не тупогуб... смог его взять, ну извини. Тупогубенький бычок. Все норм. Торрент зашел. Да, там бык. Чардж. Торрент. Ну ладно, Олег, ты не знаешь, что назревает? Возврат креста. Да, кстати, дизайн не пришлось. Что мне с фармой? Слышь, не, ну Саня, это уже реально как-то жестко завязывай. Ты его что, на базу с ТП вернёшь? 6-6-6. Нет, просто если за нами будут гнаться, я его типа... А, отдаешь, я понял. У него просто ТП, я бы обиделся, реально. Не, ну смотри, просто... Просто, как бы, ну, как выживает сильнейший, понимаешь? Либо умрут оба, либо умрет один. Так. А просто Саня отдает слабое звено. В эфире игра «Слабое звено». О, кстати, я помню эту игру. Мощно. Мария Киселева в главной роли. А я помню эту. Я помню эту игру на этом. В Warcraft карту. Игра наоборот. Ой-ой-ой, как бабка-то их. Блин, короче, ну этого бару. Взад! Ра-ра-ра. Блин, опять у этого задрота дестроили. Что за день-то сегодня такой? Вообще-то он просто, ну, обузит и свапается, у него не было. Ну да, как бы, ты думаешь, все так просто? У него ни в первой игре не было дестроили, ни в втором. В первой-то я в курсе. Мне... А не, он же все равно свапнулся. Крейзи был спер на другом. Понятно. Да. Вот ну, так понятно. Вот. Вот вы и пострадали тогда. Да. Все связано. Это карма. Карма. Кто там ТП такое мастерское делал? Короче, пойду сейчас ульт какой-нибудь дам, стану хвостом. Это проклятие на всю жизнь. Насчет ульта. Одним промажешь, остановиться не сможешь. Так что тише тут. Ну мне точно нельзя так делать. У него есть ульт. Боже, котл какой-то меня разводил тут. Разводил, да не выразводивал. Атизол. О, второго. Блин, да что такое-то, а? Эклипс. А, то есть на меня еще и бежал братрум все это время. То есть Олег знал вообще, да что я там. Тебя. Боже, какой же Олег, что Олег. Что такое, блин, вообще, просто, ну и нафиг. Бам. Эту доту. Давай, heavy fun. Ой, как вас много. Нет, ну просто то, как он сейчас убил Олег, для меня показательно. На меня бежит братрум. То есть я думал, меня не видно, а меня было все это время видно. Да, и Олег подходит, и я его убиваю с ультатом. Мне кажется, братрум разогнался из-под вышки их, когда уже Олег сдох. Да. Да, может, я думал, он бы не сдох, как глупо. Хочет гнобить. Думаешь? Нет, я буду гнобить Олега. Потому что он даже не с нами в скайпе. Он бы сейчас объяснил нам. Например. Свое поведение? Это вообще, я обижен на Олега. О, он опоздал, в скайп не зашел, нет, вообще. Да, блядь!
То, что не зашел в скайп, это просто... Если тебя собьют регенка, ты его только заюзаешь... Вообще-то я буду отдавать. Слышь, ты можешь меня в него кинуть, я его убью. Просто обида. Супер обида. Меня кинуть. Это был не ты. Ты, короче, мансовал слишком сильно. Да тут крипы просто, волна еще это. Че, кидаешь, кидаешь? Давай-давай, ищи его. Вон, давай. Давай я кину прямо сейчас. Да давай-давай, аки окинусь? Там, конечно, нас обходит уже, слышь, браток бежит по-любому. Есть мана? Да. Нормальная тема. Вон, смотри, смотри. Сань, крест по... Братрум, братрум! Боже, боже, нет! Какой-то мега-экшн происходит, я тут пытаюсь фармить всех крипов нафиг, пропуская. Вот это круто было. Ой, он прям толкнул его на торрент, боже! Хиксор принимай, звоночек уже. У меня, кстати, есть аккаунт Хиксора на ВКонтакте. Я могу ему прям скинуть. Тут какой-то ад происходит. У меня... Они всю свою мощь перекинули. Понял, он тебя толкнул на торрент. У меня, кстати, у меня есть астрал. Илья, я надеюсь, у тебя все хорошо, потому что у нас все плохо. Нет, нет. Это была неплохая попытка. Еще хуже. Я скажу вот так тебе. Хоть ты взялся только отсюда. Нет, нет, стравитесь. Там снизу, драка, чё ты какую-то марту убиваешь ненужную? Понял, король меня застудил. Керри убиваю, все я четко делаю. Чё? Какого Доту Керри? Доту не знать. Ой, о! Такой лук! Вот это было круто! Лол, короче, ты понял? Я, типа, ну... И Глэйв убил! Жулька встал в свою первую... Пиздец. Олег так хотел, это жестко было. Бизнес. Да, это круто сейчас. Да по-любому это, по-любому нет, это мне подвел чертов Глэйв, который я взял, понял? До 10-го. Ааа, вот надо было не... Что, до 10-го? Ну это репорт. Ребят, хватит. Можно же, можно. Что со мной творят? Штрэнд еще! Вообще! Ну шторм не прощает. Вывелся. Жестокие люди. Короче, я, по-моему, сегодня только одного. А, не, Элидана я уже убивал. Всех убивал. Убивал. Просто убийца. Что? Всех корал убивал. Мочил в сортире. Ну все, ребят, теперь я фуловый. Ты пофармил? Теперь ты готов в драку? Не, просто у меня полный хп в этот раз. Раку в драку. Первый раз в игре? После начала игры? Да. Хитрес. Сань, ты же знаешь, что на этом лайне бывает? Чё, я ушел уже. Ратор. Смысл на мид ставить какой-то ещё? Натуре. Я тоже так считаю, поэтому сейчас пришел, отобью его от всяких кунок. Да-да-да. Пойду драться. А, короче, Смайл. Я завершу начатое. Да идите в баню, господа офицеры. Кейс заюзал. Я сейчас как раскачаюсь и просто критану один раз и убью тебя. Боюсь, моя вероятность ультануть больше твоей вероятности каритануть. Ну черт, незадача. Да ладно вам! Там, гражданин. Гражданин, бабка погибает. Боже. Вы обязаны подойти ко мне ещё нет, крысы. Ой, кто? Чё, и как тут вообще жить? Никак. Фига столько людей. Мочи. Замес на туре сумасшедший. Кончилась стенка на самом интересном месте. Да, там бы она не помешала. Там, короче, один гражданин ушел вообще на лалах. Господа офицеры, гражданин, россияне. Гражданин, начальник. Yes. Позвольте вам помочь. А что тут происходит, офицер? Че это такое за бейсбол? Суровый рэп. Ой! Что вы делаете вообще? Regeneration. Так, 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 значит. Какие планы у нас тут, Илья? Илья! Илюха. Понимаешь, что их тут очень много? Да, да, их дофига. О, бабка. Да, нормально.
Убивай этого, и моя уши по чем будет. Убивай этого, говорит. Просто протру уже. На! Я почти убил этого братрума. Точнее, что-нибудь! Боже! Ну, котел на рук! На руку его! Слышь, чё? Жёсткий братрум, я отвечаю жёсткий. Слышь, чё, давай это, выключай этого персуту. Ну что это такое было? Почему ты по нему два раза рукой не ударил? У тебя 6... Ты чё, гонишь? 9 армора у этого. У него 50 хп было. 9 армора, какой-то котл в жизни не убьет. Ой-о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 й-
Не убивайте быка. Окаянные. Блин, вышку снесли. Ой-о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 й-
Yes. Черт, что происходит в игре? Well. Сань, советую тебе бежать. Да не, мне надо. Да, ну ладно. Ты сам выбрал свою дорогу. Что ж. А, кибают все в этой игре. Вот ну. Крыса котл просто! А что он сделал? Подстав? Да он добил! Добил его! Подставу замутил? Да, да. Что как крыс. Оп-оп-оп! Где же он? Где же он? Анал карнавал какой-то! Походу он побывал на многих анал карнавалах и он узнал, да, это он! Я вгрызаюсь в тебя, или данище! Да не, забей. Твою мать, там же курстафы. Еще котел его откидывает подальше. Да-да, вот котлу спасибо, реально, как центру и гуфу. Два чая этому господину. Эх, пишет. Да что вы говорите? Хорош, хорош. Жалко, я не забрал. А, ну Ильдана я уже убивал. Так, надо успокоиться. Спокойно, надо пора, успокоиться. Неудержимо. Надо осознать, что Ильдана я уже убивал. Все, и... команда, вперед! Не нужно за этим гнаться. Стали тут стоят. Просто первый пошел. Здорово, Олег. Да, Олег, стенка стёжка! Это же. Знаешь, почему он это все дал? Потому что скелету впаду стан дать, а во Магнусу впаду волну нажать. Ребят, вы перегнули палку. Ой, давай, это просто. Шанс да. Победить овер 9000. Или нет? Нужно что-то замутить, короче. Блин, я там сейчас это... замучу. Вот все было нормально, если бы не этот. Почему ему не дали ЦМ-ку какую-нибудь? Не очень. Откуда вообще ты взялся? Здравствуйте, молодые люди. У вас вопросы какие-то? Как вам такое мутило? Волк заныгался. Ох! Ох! А как руна инвиза связана с нычкой? Браво, браво, вот это закупка, блин, вместо того, чтобы два когтя купить, разобрать транквилы, купил фейзы еще сверху одни. Мощь. Так продай еще два стран. Да он мертв, он не может. Поставки тырить, ударить. Че поделать? Попался. Да, Майл. Это была ошибка. Это была ошибка. Вообще. Устанавливать доту, еще Гарену на компьютер была уже ошибка. Гарену, ты я угробил твою молодость и фоткарту. Я играл в Гарену. Фотка Гарена, может быть? Чего? Не, ничего. Кто не играл в Warcraft? Все в него играли. Ну, либо в CS, либо в Warcraft. Тут выходов-то нет. Было две игры. О, боже. На советском пространстве. Не, на Гарене я и в доту играл. Вижен, вижен. Блин, надо понятно. Говорю же, вижен дайте. Я про Battle.net. Battle.net это вообще... Тихо, тихо, тихо. Да... Вообще просто идеально законтролил. Так, короче, этот человек нас не интересует. Этот человек от вас убегает. Нас интересует этот человек. Этот человек вам не под силу, я тебе сразу говорю. Йо-хо-хо! Да нет же, нет, ну опять! Сейчас будет ульт, твою мать. Нет! Перепорт.
Ульта нет. Второй крит, пошел. Говномаг. О, нормально, слышишь? Банша работает. Да. Банша работает. Просто I am back. It back up. Цепуется из кустов. Так. Ну-ка, куда это? Это твоя очередь. Давай. Ты мой фраг хотел. Боже, камнями забыл. Забило просто. Ой-ой-ой-ой-ой, Майл Шторм. Ты потратил фурстав, я все видел. Серьезно? Хорошо. Как я здесь казалось, по-твоему. Серый что-то не очень. Да куда бэк? Все. Туда, в дом. Там меня уже Кунка сейвит с кораблем наперевес. Да. Так и есть. Почти. Я чувствую Сая по тону в Сае, что так оно и есть. И Том Стоун еще ставят рядом, ага. И хиляет ДК на 500. Ай, ну что за крыса, да, Серег? Да, всегда так. Крейзи не прощает. Закрытая игра крыс. Какие-то бегают, что за фигня? Скелет, разберись. В натуре скелет, блин. Скелеты КД. Вечные нульки. Короче, если пират... Пират, разберись. Если пират разберется. На Санкинге. Пират на Санкинге. Блин, там где-то сидит луна, и она откуда-то вылезет в самый ненужный момент вообще да, в игре. Да, посмотри вниз. Черт. Я тут сижу внизу. Тебя там нет, еще не было. Нет, ну так-то луна где-то сидит, это низ, действительно. Да. Могу даже в подходящий момент вылезти куда-то. Или в подходящий. Ой-ой-ой. Есть мнение, что подходящий уже наступил, Ярик. Остались только неподходящие. Okay. Стенка мешает играть в дом. А этот что здесь делает? Не знаю, я его спрятал, прям моя иллюзия нас вместе. А сейчас застанет. Что за райд? Клик 666! Ты че там остался-то вообще? Просто назад! Вот эти что-то хотели, слушай. С момом игрок, который. Ты понял? Просто... Не ставит. Зафиг не считает, да, согласен. Да. Надо было бежать. Ой, да ну его. Смотри. Ой-ой-ой. Хороший чардж. Так он сейчас инвиз заберет, и что делать будет? А это его проблема. Ну, так-то да. А, ты понимаешь, что вообще происходит? Просто Олег. Просто Олег. Блин, какой-то у вас Скелетон Кинг слишком быстрый. Он с фейзами забей. Нет, я имею в виду скорость. Я имею в виду скорость его реакции. А, я думал атаки. Атаки. Где? Ой-ой-ой. Ну он только что тут. Где? Ой, сейчас ты узнаешь где. Смотри, братрум бежит. Братрум. Ой, папку оттолкнули. Слышь, ты хотел его застанить, да? А он тебя просто толкнул? Я говорю, что у меня стан был КД, хотя его толстый. Не так просто. Это, походу, вообще невозможно. Магнус, серьезно. Ой, ну вы вдвоем очень серьезны? Ну, конечно, вдвоем на одного маленького напали. Не стыдно? Этот Шара умирает, этот Хикси. Блин, ну без Санта вообще борода. Это вообще борода? Вообще борода. Да чё меня-то? Ну котёл же сладенький! Ты тоже сладенький. Согласен, все. Нас все устраивают, Майл. Боже, какой замес. Эта драка будет длиться вечно, и она будет описана в веках. Надо чекнуть дропы. Нет, дропов нет, ребят. Лагать не должно. Если у вас лагает, это плохо. Значит, это мы. Значит, это Иллидан, все. Иллидан дестроил и лагает стрим. Натуре. Зачем ты лагаешь стрим? Ну как, Вилат же написал, что вот, посмотрел в инвентарь к хвосту, и у него дота повисла. Типа, дота не хочет, чтобы кто-то смотрел, что собирает хвост. Так вот. Ой, а где это было, слушай, на SL? Не знаю, где это было, я... Блин, ты посмотри, что происходит, короче. Ой, да не... тихо ты. Молодые люди, ну что же вы? Чё-то я смотрю, крипы рады твоему ульту.
Мне кажется, или со стороны Майова зарево Марьева такое какое-то. Ну это лол, каким-то вообще третьим Мунглейвом. Как он столько урона вообще нанес? Не третьим, вторым. Нет, третьим. Ой-ой-ой, Александр. Здравствуйте. Да. Игра хороша. Хороша. Но нет. Ой-ой-ой, Крейзи. Кого еще ускорить-то, брат? Закончите, пожалуйста. Да, у нас как раз по таймингу. 5 минут осталось, давайте, по-королевски просто. Котл как бы не хочет, чтобы мы заканчивали, это стандартная история. Просто Котл пофармит. Котл как раз сидит на базе, ничего не делает. А это волна на последок. Вот только сейчас он вышел, ты его обидел этой фразой. Да ну нет, просто он зарядил. Он заряжает. О, блин. О, стоп. Котл все правильно делает. Блин, бараки регенится почему-то. Почему? Нормально вообще? С крипами зашли. Барак. Я ненавижу. Как только я ему объяснил. Нет. Я Инесса убил. Все, больше мне ничего не надо. Я могу умирать. Я убивал. Я убивал каждого из Virtus.pro. Ты сам из этого просто, как тебе такое? Я и себя убил в первой игре, если ты не помнишь, об кентавра. А мне было никакого кентавра. В какой первой игре не было никакого кентавра. Ну как, в лесу. Всё. А, всё. Нет вопросов. Holy shit! Мне кажется, Ильян, когда в доту играет, думает, что за дабстеп там? Holy shit! Бывает, временами. Временами 10-й раз, когда из таверны вывожу, говорю, команда мудаков. Вот вчера на вертолете 5 раз в таверну залез. Сказал, команда нубы, сука, я фармить. Ты должен был сказать, что гирокоптер заебательский герой взял, думал, пофармлю на легкой. А сейчас все было не так, это я сказал, ладно, так как вы такие нубы, идите фармите. Ну ты че историю, легенду портишь, глупо. Вообще ничего не понимаешь. Ладно, слышишь, я готов сражаться с ними. Так, сколько времени осталось? Я готов купить репрессию. А, еще 4 минуты. Лол, как-то время... Короче, убиваем его. Пацаны, все в скелетон Кинга, пока он не успел. Да, Ярик, крипов нет, самое время. Давай. Хыть. Самое время, я согласен. Не. Да, Крейзи, что ж ты делаешь-то? Что ты делаешь? Ахахахаха. Прекрати. Так. Ты-то там сидишь, да, где-то? Нет? Да. Обманщик. Черт! О, Александр. На базе нет спасения. Даже когда ты АФК. Да. Рефрижератор прилетел. Мал тут лишний. Сам ты лишний. Я тащил. Рефрешер тебе прилетел? Да. Так у меня нет двух ультов тоже. Ситуация как со мной. Ситуация, да, повторяется. Дежавю. Короче, вы просто 57 минут заканчивается четвертая игра. Все по таймингу. Между прочим, девушки успели сыграть две игры, и третью им пришлось ливнуть сам. О, человек-сосед. А мы сколько успели сыграть? Четыре вроде. Четыре полноценные. Нормально. Не, ну вот там я просто присутствовал, помню, что процесс раздавание паролей занимал много времени. Там ждали и был весьма неорганизован, и вопросы были. Ну согласись, вопросы были сегодня классные. А, мы считали, я вспомнил, что было, боже. Мы считали 300-й комментарий, чтобы дать пароль трактористу. Боже, все понятно, я пошел. Короче, да, ребят, вам всем спасибо. Всем спасибо. Да нет, на самом деле, было веселее, вот скажу честно, было куда веселее, чем ожидал. Вот. На самом деле, повеселили меня лично эти игры. Да. Я был в ужасном настроении, тут чуть-чуть получше мне сейчас. Отлично. И еще пусть будет оно у тебя лучше после сегодняшнего матча на StarLadder. Удачи вам там. Да, я надеюсь, что оно будет лучше, что это новая команда, вот эта 4FC, они не как ратор и не убьют нас за 15 минут, мы хотя бы в дотку нормально поиграем. О, кстати, вот. У них же играет медведь хороший, это Чарли. Хрили. Его пикнет. Хрили? Да, он Хрили вроде у него ник. Ну, раз будет Хрили. Ну все, давайте. Спасибо, до встречи на StarLadder. Дай вам бог. Да, в общем, всем пока. Я с вами
наверное, тоже попрощаюсь, быстренько обрежу воды, и 8 часов, даже чуть раньше, я надеюсь, мой человек-сосед уймется к этому времени, мы начнем трансляцию со StarLadder'а матчем For Friends против Virtus.pro. Ну и, кстати говоря, анонс вы можете увидеть на главной странице, я его апну, но он не так уж далеко скатился. Сегодня меня ждет 3 матча: Virtus.pro, For Friends, 3D Max Allprite и Mousesports 3D, не путать с 3D Max. В общем, эти три команды, эти шесть команд сегодня играют. В 20:00 начало, не опаздывайте. В 21:00 второй сет, в 22:00 третий сет. В общем-то, все. Сейчас после финальной песни выключу стрим, быстренько отрежу воды и, наверное, уже в половину постараюсь плеер запустить. Вот такие дела. Всем спасибо, кто играл. Пожалуйста, не обижайтесь, если вы не попали. Поймите, вас достаточно много. Даже если у вас там будет 20 человек, то тяжело будет попасть в игру. Ну, а тем более, что я думаю, что больше 100 уж точно было. Мы обязательно что-нибудь придумаем с хорошей системой отбора, чтобы никому, ну, меньше было всем обидно. Это, во-первых. Во-вторых, во-вторых, подписывайтесь на Twitch. Подписывайтесь на YouTube и добавляйтесь в паблики. Вы их сейчас можете вот на этой вот... Ох, не на этой. Вот на этой страничке увидеть. Слева под моей фоткой. На этом все. Воды появятся после трансляции, наверное, в течение часов... Ну, на YouTube они появятся чуть раньше, конечно. Но, наверное, после StarLadder все это будет опубликовано окончательно. Думаю, ответил на все вопросы. Всем спасибо. Всем пока. До встречи через час.